Как птички-то поют, послушайте. Чивкают уже по-весеннему. А на улице опять идет снег. Прям заливаются. Когда уже весна? Когда уже весна? Нас опять заваливает снегом. Одно радует. А птички-то поют по-весеннему. С чего день начинается? Начинается с небольшого, маленького ремонтика. В общем, у нас произошло. Что у нас произошло? У нас плинтус отвалился. Ну, видишь, слишком широко дверь открывала. Да, и у нас сломался вот этот соединительный элемент, который соединяет два плинтуса. И папа решил его заменить. Угу. И провод туда протащить заново, да? Угу. В общем, с этого у нас все и начинается. Кто наделал делов? Ты не знаешь, Эвелин? А папа, вон, видишь, делает тут все. Приклеился как здорово. Прошлый уголок. Отломился и приклеился. Намертво, да, ага. Приклеили-то. Ну, он мешается, конечно, убрать. Ну, сейчас папа тут разделает, все сделает. А то мама чего, воткнет все обратно, вроде все нормально. Эвелишка придет, опять раз пнет, и все. Опять все убежало в разные стороны. В общем, надо делать. Показывай работу-то свою, работничек. Пойдем. 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 Дверь закрой. Давай залазим сюда. У папы тут творческий беспорядок, как всегда. Ограничили, чтобы не ломать больше. Так, что-то папа сделал. Что-то не фокусируется. Ограничитель. Так, ограничитель поставил. И тут передел. Заделал все как надо. Все. В общем, все. Красота. Надолго. Навсегда, в общем. Ну, надеюсь. Да, Эвелин, хватит тебе? Не сломаешь? Нет, это штука сложно сломать. Ну, она уже пытается, да. Вот штука откручивается. Вот этот. Я тоже ее закручу. Надеюсь, что хватит. Сегодня у нас варится суп. Суп. Дайте-ка помешаем мы его. Я сварила курицу. Вот, видите, плавает. Разделала ее. Бульон сейчас долила водичкой. Сейчас сварится картошка. Ну и заправочка уже готова, да? Капуста, лук, морковка. Все это потушила буквально, ну чуть-чуть, совсем немножко. Потушила. Сейчас сварится картошка. Ну и заправим. Будет у нас на сегодня суп из куриной грудки. А то бишь куриный суп. Готов. Да, пап. Супи готов. Рожочки готовы. Ну и сарделечки. Да? Ням-ням. Ням-ням. Сегодня у нас спа-день. Спа-процедур. Мама, масочный режим. Мы все болеем. Вот решили ходить в масках. Да, вот в таких. Правда, только мама. Мы с Ивлишей не ходим в масках.